японского морей. Остров Сахалин. Сегодня это территория новых возможностей и технически сложных проектов. Крупнейший из них – Сахалин-2. Три морские платформы. Уникальная система трубопроводов. Единственный в России завод по производству сжиженного природного газа. Отсюда нефтяные танкеры и газовозы направляются в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кажется, что так было всегда. Но 20 лет назад Сахалин выглядел совсем по-другому. В тот сложный для страны период было принято стратегически важное решение о развитии шельфовых нефтегазовых проектов. И тогда на остров пришла компания «Сахалин Энерджи». В 1994 году она подписала первое в России соглашение о разделе продукции и начала освоение. Труднодоступные морские месторождения, субарктический климат, задачи, которые до этого в России не решал никто. Требовались новые технологии, нестандартные подходы, мужество и смелость. Уже через 5 лет первой в стране «Сахалин Энерджи» начала добычу нефти с морской платформы. А еще через 4 года развернула грандиозную стройку. 30 тысяч строителей из 36 стран мира создавали уникальный нефтегазовый комплекс. Монтаж морских платформ, возведение терминала отгрузки и завода по сжижению природного газа, прокладывание морских и наземных трубопроводов. И все это одновременно на стройплощадке протяженностью 800 километров. Этот проект является одним из самых высокотехнологичных проектов в мире. Завод к запуску готов. Столь масштабное строительство не нанесло ущерба природе и жителям острова, ведь ответственность бизнеса – приоритет «Сахалин Энерджи». Экологические проекты компании получили российское и международное признание. Один из них – защита и изучение серых китов. С каждым годом все большее количество этих древнейших редких млекопитающих приплывает кормиться к берегам Сахалина. Соседство нефтегазовых платформ и морских исполинов – наглядное доказательство безопасности масштабного производства. Деятельность «Сахалин Энерджи» по поддержке коренных народов острова отмечена Организацией Объединенных Наций. Сегодня в компании работают высококлассные специалисты по добыче нефти, производству сжиженного газа и их маркетингу. Всего 2000 человек управляют комплексом, который за год добывает свыше 5 миллионов тонн нефти и производит более 10 миллионов тонн сжиженного газа. Благодаря деятельности компании Россия вышла на Азиатско-Тихоокеанский рынок энергоресурсов. Сжиженный газ доставляется в Японию, Южную Корею, Китайскую Народную Республику, на Тайвань, в Индонезию. А первый в стране завод СПГ стал фундаментом для будущих аналогичных проектов в России. Газ, добытый компанией, используется для газификации острова и Дальнего Востока России. С угля на газ переведена Южно-Сахалинская ТЭЦ. Это прежде всего забота о здоровье людей. Компании-акционеры «Газпром», «Шелл», «Митсуи» и «Митсубиси», объединив усилия, притворили в жизнь один из самых масштабных проектов на планете. «Сахалин Энерджи» уверенно идет к своей главной цели – стать ведущим производителем энергоресурсов на мировом рынке. «Сахалин Энерджи» – мы создаем будущее.